В связи с вступлением в силу с 1 июня 2013 года федерального закона номер 15 об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, курение в помещениях вокзала, на посадочных платформах и 15 метрах от входа в здание вокзала запрещено. Dear guests and passengers, in accordance with the federal law of the Russian Federation, smoking on the railway station's premises, railway platforms.
Thank you.